А ну-ка скажи что-то. Всем хаян, с вами Ян, добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня гость моего видео. Короче, это Макс, ну вы все его знаете, как мне кажется. Если не знаете, то ссылочка будет в описании на его канал. А сегодня мы хотели бы сделать челлендж. Какой челлендж, Макс? Ангина! Ангина челлендж! Спасибо Герману Сафину за такую идею. Мне кажется, она очень была крутая. И мы захотели ее повторить просто. А челлендж заключается в... том, что я взял одну песню, и я должен буду Максу жестикулировать и показывать мимикой, и он должен будет догадываться, что это за песня, и свои догадки писать в телефон. И посмотрим, что у него получится, и сравним с оригиналом. Поехали! 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 Мы до припева, короче, с тобой. Чё? Чё за бред? Это я? Ну, допустим. Да, допустим. Давай. Я зажигаю. Давай. Дальше. Я не прячусь. Давай. Круговорот. Что? Что? У тебя так скрипят руки? Стерпиор. И я поднимаю твою руку. Пускай будет так. Чё, простите? Футь, я так и запишу. Мы с тобой встаем. Ну записывай так. Что значит ногу? Нет, я ничего не говорил. Ты сказал ногу. Нет. Ты что потом? Сяду, я сказал. Так, сейчас. Это может быть. Ну, сейчас я вот так вот. А, я сел, что ли? Окей, давай дальше. Пока что получается странная песня, если это песня. Что? Глаза... мои глаза цвета кожи. Записывай. Так. Отпусти. И обними. Так? Ну, пусть будет так. А, отпусти, отпусти и скрести руки. Там на заднем фоне такая же кофта, как у Максима. Я... мы... ты... Ну, оно. А ты не... ты рас... ты не раскидываешься деньгами. Так. Я против сердечка на небе. Я против... я против... я боюсь летать. Боже мой, что за наркомания у нас получается? А я... а я... Я понял, что это напиться. Давай записывай. Это же стиль собачки. Зачем ты спалился так жестко? Так, еще раз покажи тогда. Я просто текст наизусть. Я вообще эту песню два раза все слышал. Что? Боже. Это было длинно. И припев последнее. Танец, танец, танец плечами, танец плечами. И на этом мы закончили эту песню. Оригинал такой вот у нас.
Да, мальчик, я на этот смоле, я совсем не прячусь, сыграем роли, управлять мною, мною управляй, давай, давай, позиции меняй, хочешь стану вот так, или сяду вот так вот, я хочу увидеть твой взгляд, это очень приятно, мне плевать на твое лаве, мне плевать на дома и тачки, я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Боже, бейте кто-нибудь. Теперь что у тебя получилось? Так, это я зажигаю. Я не прячусь, круговорот. Я поднимаю твою руку. Бэ! Мы с тобой встаем. Ты сел, мои глаза цвета кожи. Отпусти и скрести руки. Ты не раскидываешься деньгами, а я боюсь летать. Смотря в твои глаза, я залезаю на высокий стул. Что? И припев, танец плечами. Чё за бред? Чё за бред? Кстати, очень крутая песня вышла, оказывается. Да, добавить минусовку и можно записывать. Ставьте нам пальцы вниз, потому что вверх такого у нас нет. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Если вы не знаете все-таки, кто такой Макс, то ссылочка будет в описании к видео. А с вами был Ян Рейзен. И Брайан Макс. Всем пока!